Получите ли вы то, что ищете? И здесь по этой карте свобода, freedom, свобода. И у вас в руке голубь. Будет какая-то весточка. Или от любимого, или от работодателя. Да, это яркие моменты весны, яркие события. Потому что всегда, когда новое что-то, весточка приходит, письмо, может быть, бумаги ценные, новые деньги. Это всегда очень хорошо. Посмотрим еще, что даст весна, какие события будут весной. Вы поверите в себя, в свои силы, вы поверите кому-то. Появится человек, которому можно доверять, потому что на карте написано trust или доверие. Вот будет именно доверие у вас к себе, к жизни. Доверять будете своей карьере или любимому человеку. В общем, доверие – это очень важно. Весной придет доверие к жизни. Итак, это transition, это переход. Действительно, сейчас вся Земля переходит на то, что невидимый мир становится видимым. И это уже начиналось лет 70 назад, когда мы поняли, вот телефон, даже с телефоном, да, невидимый мир становится видимым, потом вот интернет и все такое. А теперь больше и больше мы будем уже видеть ангелов, мы будем видеть свой путь, мы сможем уже читать друг друга мысли, мы сможем видеть, куда идти. То есть все параллельные миры станут видимыми, и вы сможете легко перейти туда, где больше денег, больше любви, больше доверия, больше счастливой и спокойной жизни. Вы сейчас на переходе. На переходе. Знаете, вот эти снежинка. И вместе с тем цветы. Это именно переход от зимы к весне. И это счастливый переход. Также написано здесь divine timing. Сейчас то самое время, когда у вас все будет начинаться меняться к лучшему. Вот сейчас то самое время, когда сам Творец, это рука Творца, записывает в вашей книге жизни счастливые события. Написано dreams. Начинает мечтать. Все мечты исполняются. Все ваши мечты начнут исполняться именно весной. Да, яркие моменты весны, потому что ваши мечты начнут исполняться. Выражать самовыражение. Expression – это самовыражение. Вам необходимо поверить в свое самовыражение. Потому что некоторые из вас просто боятся самовыражаться. Вас, может, гнобили дома или на работе, или обижали в семье. И вы боитесь быть собой. Вот вы даже, может, забыли, кто вы есть. Потому что за самовыражение вы получали по рукам сильно. А вы будете этой весной под защитой высших сил. Это карта protection, защита. И вот красавица у вас улучшится обязательно. Фигура будет лучше, вес. У вас улучшится здоровье. Лицо будет более красиво. Но и так красиво, он будет еще лучше, еще более привлекательное. Потому что вот свет будет из глаз ваших идти. Это вы под защитой ваших ангелов-хранителей будете весной. Именно два ангела по левую руку и по правую. Здесь ангелы-хранители приходят как лебеди, видите? Но все дело в том, что ангелы-хранители, они могут воплощаться в цветы, в деревья, в камни, в животных. Это тотемные животные. И здесь ваши два ангела-хранителя, они воплощаются в птиц. Не обязательно лебедь. Вот любая птица, вы видите, у вас такое чувство, что это ваш ангел-хранитель. Знаете, что это действительно ваш ангел-хранитель. У вас будет общение с ангелами-хранителями весной. Reflection – это отражение, это карта Луны. Это очень важная карта, потому что она говорит, что отразится все, как есть на Луне, и вы будете видеть все, чего раньше не было видно. Да? Отражение ваше в зеркале вас будет радовать, вы больше не будете к себе цепляться, да? Ругать себя. То есть это хорошее, счастливое отражение в зеркале. Написано healing, и здесь гомеопатические лекарства. Вот я гомеопат, это как раз о вас. Мои расклады, они гомеопатические. Это таро-терапия гомеопатическая. Поэтому я здесь вижу, что вы здоровые. И это лекарство ваше гомеопатическое. Вы будете здоровы обязательно. Еще смотрим, будут ли яркие события весной. Написано на карте убежище. Sanctuary – это убежище. Вы найдете убежище в ком-то. Кто-то, знаете, ваш конфиденциальный друг или же родственник. Кто-то вам поможет, может, материально, или утрясется, устроится какая-то денежная проблема. Но вы получите убежище, вы доверитесь кому-то, этот человек доверится вам. А здесь вот подсказки в этом, что видите. Есть карта павлина. Вам нужно быть более такой, знаете, не то чтобы горделивой, но
распустить хвост, я бы сказала. Вот. И птица, конечно, свобода. И вот здесь символ змеи – это знание, потому что здесь корона из этого символа, то есть знание у вас откроется, так называемый третий глаз, то есть вы будете больше себе доверять, и знания будут приходить к вам. Кто-то из вас будет учиться новой профессии, и такая профессия принесет вам новые деньги. Еще у вас будет новое начало. Это карта New Beginnings, новое начало. У кого-то родятся дети, внуки, у кого-то родится идея. Это не обязательно ребенок, это идея ваша, идея. Новизна, свежие отношения новые, и вы звезда. А звезда, она обязана светить. Все, что звезда делает, это светит. Да? Каждый день светит. Не забывайте каждый день светить. Да, в вашем TikTok, Instagram. Светить, да, светить среди семьи, среди профессии. А в общем, светить для себя самой. И не забывайте светить, потому что новое начало ждет вас, которое принесет вам свободу. Вот здесь такой полет, да, свобода. Творческий полет. Что еще даст весна? А побольше быть на воздухе, на природе. Nature – это природа. Маки – это символ спокойствия. И это очень красивая карта. Говорит, что вы расцветаете, как маковый цвет. Это яркий свет, свет с весной очень красивый. Откроется правда о ком-то. Видите, третий глаз, как я как раз говорила о третьем глазе. И карта показывает третий глаз. То есть какая-то правда откроется о вас, о вашей жизни. Да, я говорила, четвертое измерение. Будет видно то, чего раньше не было видно. И здесь вы вот у себя на сцене, да? Ваша сцена – это, конечно, ваш дом, это ваша улица, это ваш город, ваша страна, это вся земля, ваша сцена. Вы звезда, поэтому вы на сцене. Вы, как бы знаете, маски – это разные роли, которые вы играете. Но у вас есть главная роль – это быть собой. И мы не забываем об этом. Мы снимаем из себя иногда маску там, мамочки, дочери, сына или партнерши, или жены. Снимаем с себя эти маски, да, как вечером снимаем макияж. И видим себя без маски, и мы довольны результатом. Мы видим, мы любим то, что видим. Потому что главная ваша маска – это на самом деле, вот видите, вы даже главную сняли с себя, вот эту, где вы звезда. Главная ваша маска соответствует полностью вашему лицу. Потому что есть разные маски, то есть разные роли в жизни вы играете. И написано здесь perception, или же восприятие. Вы воспринимаете себя в главной роли, и главная роль ваша на вашей главной сцене – это вы сама. Как узнать главную роль? Как узнать свои фишки и ими пользоваться. Это когда вы снимаете эту главную маску, эта главная маска ничем не отличается от вашего собственного лица. И это вы. Вот весной вы себя для себя откроете. Это улучшение здоровья, лучшее партнерство, потому что вы так привлекательны, что самый лучший человек будет именно с вами. Понимаете? И здесь карта beauty. Вот, знаете, первые лучи весеннего солнца – это солнечный ветер, solar wind. И у меня ящистка на солнечный ветер очень мощная, потому что солнечный ветер – это ангел есть солнечного ветра, и он весной очень активный. И поэтому мы весной расцветаем, как цветы. У нас нежный вот, цвет кожи, у нас есть такое вдохновленное, одухотворенное лицо, выражение глаз, такое романтическое, загадочное, пробуждение любви. Кто-то вас любит, уже следит за вами и хочет вам быть парой, и для него бы это было бы большое счастье. Видите, какая вы здесь красивая, и на карте написано beauty или красота. А также весной вот эта чистота того, что вы себя, как говоря, знаете, это была такой анекдот, спрашивают женщину, почему ты за собой не следишь? Ну, вами не нужно, вы и так красавица. Ну, вы следите за собой, но вы и так красавица. А женщина отвечает, а я себя и ни в чем и не подозреваю, да? Ну, вот это как раз об этом. То есть у вас чистота души, понимаете, внутри вы чисты. У вас вот чистое намерение, вы чистый человек, вы всем желаете добра, и вы смотрите за собой, чтобы все было правильно у вас, хороший распорядок дня, и вы отдыхали достаточно. И тогда у вас на коже отражается здоровье. Это purity, это чистота. И другие люди видят вашу чистоту, и поэтому каждый за счастье хотел бы с вами взаимодействовать. Эта карта для тех, кто страдает в тот момент, когда смотрит, и есть такие слушатели. Иногда очень жаль, когда человек, ну, он как бы словлен.
обстоятельства разные, обман других людей, манипуляция. И человек забывает свое предназначение. А это как у звезды светить, это блаженствовать, наслаждаться жизнью. Потому что то, что вы живете, это огромная удача. Видите, здесь именно Вселенная. И здесь тоже какие-то рога оленей, видите? Это говорит о том, что это божество северное, сам Творец. Говорит вам о том, что из триллионов звезд именно вы светите, из триллионов возможностей вы живете. И я напоминаю вам об этом по этой карте, потому что вы плачете, может быть, там неудачная покупка, плохой человек обидел и так далее. Вам нужно это отпустить, релиз. Почему? Не ради них, эти люди нехорошие, а ради себя самой. А вот это надо вам сделать, релиз, отпустить и в балансе жить. Это баланс вот такой, да? В балансе между отдыхом и работой, между мыслями и отдыхом головы, между с людьми и самой находиться в своем обществе, тоже любить. В общем, такой баланс. А весной очень сильный баланс в почве. В почве такой химический состав весной очень сбалансированный, он благоприятный для растений. Поэтому нам весной тоже людям Вселенная дает благоприятные обстоятельства, чтобы себя продвигать, свою работу. И у вас будет приключение какое-то весной. Это такая открытка, где вы поедете куда-то, пришлете родным, может быть, открытку или виртуальное здесь какое-то путешествие. Но у вас будет путешествие, будут перемены, перемены. Вы будете счастливы. Это карты сами за себя говорят. Я возьму две. Выбор, какой-то выбор у вас, видите? Вы в красном, так что вы хотите, чтобы выбрать правильно, правильный выбор сделать, и вы его сделаете. И здесь написано union или же сотрудничество, союз. Вот себя вы видите здесь, человека, который сам себе доверяет, который ни в чем себя не обвиняет, как из того анекдота, который я рассказала. И вот этот лотос, он у вас именно как корона, да, говорит о том, что у вас будут правильные мысли, правильные события будут в жизни. И это такое содружество, потому что у вас все в жизни как юнион, это, знаете, как самой себе доверять. И тогда будут правильные все события. Карта choice или выбор говорит о том, что весной придется выбирать что-то. От чего-то отказываться, от чего-то, что для вас больше не работает. Вот что-то надо будет отпустить. Что-то будет нужно выбрать, выбрать вот эту роль в жизни, да, выбрать роль. Вас жизнь ставит перед выбором, выбрать красоту, новое что-то выбрать, что-то новое выбрать, выбрать исцеление и доверие себе, выбрать, потому что правильное время сейчас, время выбирать для вас. Давайте еще возьмем две карты совета. А здесь нужно интегрировать shadow self и еще... о предназначении. Shadow self – это теневое я, это то, за что вас гнобили. Да? Говорили, что у тебя там неправильной формы та или другая часть тела, не там родилась, еще что-то, не тот акцент, я не знаю, что еще, не та профессия, не тот партнер, не та семья. В общем, вас гнобили, вас пытались унизить. А унижение для человека – это самое страшное. Вот. И здесь shadow self – это как раз гнобили вас, потому что они не хотели, чтобы вы интегрировали в себя все ваши фишки. А вот то, за что вас гнобили, и является тем порталом в изобилии, который вы не использовали до сих пор по причине того, что вы боялись, потому что вам сказали, что это у вас некрасиво или плохо. И карта discernment, или же найти свое предназначение. Вот это интересная такая карта, смотрите. Здесь у вас глаза закрыты от людей, которые смотрят на вас криво или издеваются над вами, насмехаются. Уши закрыты от людей, которые вас критикуют и говорят о вас плохие вещи, слухи распускают. Они неправы, потому что каждый, кто говорит о других, прежде всего, именно это его касается, того, кто наговаривает. Помните, в детстве, вот здесь девочки такие, да? В детстве у нас мы говорили «говоришь на меня, переводишь на себя». В этом есть заговор, это заговор, защитный заговор, и дети говорят его интуитивно, а сами не знают почему. Это потому, что их ангелы им нашептали такой заговор на ухо. Когда были закрыты глаза от кривых взглядов, уши закрыты от кривых слов, ваш адрес. И тоже, видите, вы закрываете свои губы, то есть свой голос, от того, чтобы
взаимодействовать с негативными людьми. И тогда ангелы вам подарили этот заговор. Вы понимаете, что человек, который говорит что-то плохое о вас, он говорит только о себе. Защитный заговор такой. Все, что дети делают, это магия, чистая магия любви и жизни. И вот вам нужно интегрировать то, что другие люди вас гнобили, обижали, вас оскорбляли. Очень мощная карта. Я под вещи стала брать. Это enchantment означает, что у вас будет одежда, которая будет для вас комплементарная, прическа комплементарная, косметика комплементарная, фигура комплементарная. Ваш дом, квартира, красивый быт комплементарный. Люди будут, которые с вами, будут для вас комплементарны. То есть они тоже заслуживают туда, ну, как бы уважения и заслуживают, чтобы их к ним прислушивались умные люди. То есть все, что вокруг вас, будет вашим комплементарным для вас. Оно будет вас еще больше возвышать и сделать из вас еще более совершенного человека. А здесь вот мысли будут комплементарны. Написано thoughts или мысли. У вас здесь мысли действительно яркие, весенние мысли, которые будут вам комплементарны. Уже ученые заметили, если человек готовит еду, и он злой, или нервный, или расстроен, еда-то имеет негативную энергию. Или человек, например, ест, обедает в плохой компании или с плохим отношением к себе, или он некрасиво сервировал стол, это вредно. Или, например, человек, который общается с плохими людьми, но об этом и Христос говорил, это для человека вредно, потому что не садитесь обедать с негативными, нечестивыми людьми. О чем Христос говорил? Что выбирайте компанию. Компания тоже вас характеризует, да? Вот. И, ну, да, только Христос мог идти к тому, к самым потерянным овцам, им помогать. А мы должны выбирать свое общение, свое окружение, не общаться с людьми, которые нас обижают. Я уже здесь вот, можно перемотать назад и послушать диссерменты. Я много на эту тему важного сказала. А у вас мысли должны быть самые чистые, светлые, созидательные, комплементарные относительно своей персоны и вообще всех людей. Это здоровое мышление. Человек, который имеет такие мысли, у него здоровый менталитет, значит, мозг у него здоровый. Вот. А здесь вышли такие карты, которые называются ancestors, или же ваши предки. Вот как раз сказала о предках, и они и вышли. Это ваша мать родовая, родовой отец. Они — это духи. Это не те, которые сейчас с вами. Это духи, кураторы вашего рода. Это вы. И они вам говорят, что опирайся на свой разум. Опирайся на свою мудрость. Видите, здесь сова, и это вы уже взрослые. Вот это вы ребенок, у вас есть внутренний ребенок у всех, а это вы взрослые. И когда вы взрослые, вам не нужны как бы советы других людей. Советы от карт — это другое дело, потому что карты — это язык вашего личного подсознания, это терапия, это язык самого Творца и звезд, космический язык. Поэтому здесь вам говорят ваши предки. Они говорят, опирайся на свою мудрость. Что еще говорят предки? Вас ожидает gratitude. Кто-то вам будет благодарен. Это, видите, корона. Или же это успех в работе. Или же это вы встретите мужчину коронованного, то есть очень мудрого, красивого, умного и обеспеченного. То есть gratitude — это благодарение. Предки вообще благодарят Вселенную за вас, что вы есть, что вы реализовались. Еще предки говорят, что вам нужно проснуться для чего-то. Awakening — это проснуться. Иногда так бывает, что вы или не отдыхаете хорошо, или у вас питание не очень здоровое, потому что вам некогда готовить здоровую еду, или еще что-то такое. Но вам нужно проснуться, может быть, от плохих отношений, от обид. Кто-то вас обижает, вы в любом случае продолжаете с этим человеком взаимодействовать. Вам нужно проснуться от какого-то сна. И как раз для весны это самое лучшее, потому что весной все просыпается, вся природа просыпается. И пока природа зимой как бы спала, она на самом деле набирала сил, да, она восстанавливалась. И так и вы. Нам кажется, что зимой холодно, неуютно, некомфортно, там плохая погода на улице. Но это дается нам для восстановления сил. А весной мы начинаем просыпаться. Высшие силы и ваши предки здесь говорят вам, что вы весной проснетесь для того, чтобы
в общем, наслаждаться жизнью опять и встречаться, любить, работать с толком. Работать с толком — это когда есть результат, то есть есть хороший доход. И вам нужно будет проснуться. Возьму еще одну карту. Эта карта говорит strength, это как второе сила, карта сила. Предки тоже говорят, что у вас есть внутренняя сила, это ваша физическая и моральная сила. Моральная сила – это ясность вашего ума и сознания. Я уже говорила, что у вас вот это, знаете, вот здесь, я повторяюсь, эту карту опять привлекла, потому что здесь вот ваше тело, разум и эмоции как вместе, union, в содружестве работают для того, чтобы вы были здоровы. И также сильный иммунитет, вот вы здоровы, вы счастливы, очень красивы. Еще что говорят предки? Гармония. У вас будет гармония, потому что вы звезда. Вы гармоничны, очень гармоничны. Вот гармония в вашей одежде, в ваших мыслях, в окружении, особенно в окружении. Гармония должна быть обязательно. А написано surrender, и предки говорят, иногда они за вами следят. И особенно, кстати, предки следят за вами пристально, когда вы расстроены. Именно в те моменты они к вам ближе всего. Потому что именно в те моменты, когда вы расстроены, озадачены, когда вы обижены кем-то или чем-то, вам нужна помощь. Иногда вы не слышите зов предков, потому что вы слишком, как бы, фокус у вас слишком сильно на том, как решить ту или другую проблему в вашей жизни. И сейчас вы знаете, в тот момент, когда вы смотрите, что это за проблемы в жизни. Да? Вы можете их даже озвучить или же сказать внутренним голосом. И предки говорят, вам иногда нужно задавать Вселенной вопросы и просто отпускать эти вопросы в космос. Surrender — это отпустить. Это, ну, как бы подчиниться, можно сказать, но не совсем. Да, подчиниться воле высшей силы, но в основном это просто довериться. Surrender здесь как довериться. Извините, я вас не учу английскому ни в коем случае, но так написано на картах. Я не покупаю карты переводные, потому что любой переводчик — это не эзотерик. И поэтому только в потоке я получаю перевод. Всегда он разный, живой перевод. Поэтому я и озвучиваю карту, как написано. Вы уж не обессудьте, кто там будет меня обижать и осуждать, что я, например, в Канаде живу. Ну, живу, где живу. И делаю, что делаю. Большего не требую, как говорят. Да? Вот. И поэтому читаю, как написано, и перевожу вживую. А это самое главное. Поэтому вы подчиняетесь тому, что есть у Вселенной воля. Потому что я знаю, сейчас меня точно кто-то осудил. Но не то, что я защищаюсь. Я просто защищаю моих подписчиков тоже, чтобы не было никаких вот нападок на нас. Это значит, что нужно отпустить вот эту идею, мысль, вопрос Вселенной задать. И surrender — это покориться воле Вселенной, потому что Вселенная вас любит, обожает. И ваши предки первые всегда получают ваш вопрос, а потом они уже несут этот вопрос к Творцу. Он не просто так туда летит, да? А он всегда летит через ваш родовой канал. И ваш родовой канал первый слышит ваш запрос. Но когда вы продолжаете так сетовать, переживать, то предки говорят, а почему она сетует, переживает? Или он, например, если вы мужчина. Ведь вопрос уже задан, а значит, он услышал предками. А значит, вопрос пошел дальше во Вселенную, его услышит Творец и даст вам решение. И вы будете здоровее, потому что вы не будете переживать. А вы просто зададите вопрос, и вам предки гарантируют, что придет ответ. На некоторые вопросы ответы приходят быстро, на некоторые не так быстро, но ответ точно получите. Обязательно. И нужно слушать, это listen. Вот здесь карта весенняя, очень красивая. Весенняя птица, смотрите, весенние цветы. И она говорит слушать пение птиц, слушать вообще, слушать солнечного ангела, слушать ангела луны, слушать ангела воды. Потому что весной очень активны ангелы воды. Если не знает кто, алхимия, она это не, не агрокультура. Мне иногда говорят, там, что стихии, но я алхимию учила, и именно весной очень активны воды, да, это время воды. Вам слушать воду, можно пойти к реке, к озеру, пойти, лучше горная река, если есть, или там, где есть камни, потому что там река или вода говорит более отчетливо и понятно. И когда вы прислушаетесь к пению птиц, к шороху, может, каких-то первых весенних листьев, прислушаетесь к воде, вы будете слышать ответы.
Это так вам предки передают ответы. Слушать свой внутренний разговор с собой, и он должен быть конструктивным. Но предки вас предупреждают, что иногда нельзя слушать внутренний разговор. А это бывают случаи, когда вы очень устали или к вам внедрился подселенец. Подселенцы — это тогда, когда мы слышим критику к себе. А еще хуже бывает, это уже лярва сущность, если подселенец у вас в голове говорит не вашим голосом. Например, говорит голосом начальника, там, родителя, соседа. Или вообще голосом еще хуже, который вы даже не узнаете. Таких голосов слушать нельзя. Это подселенцы, и они обычно хорошего не посоветуют. Так что вот предки говорят, что слушайте звуки природы, слушайте зов предков. И если у вас внутренний разговор идет вашим собственным голосом, этому разговору стоит доверять. Еще говорят предки, что сейчас кто-то страдает и переживает из-за того, что, может, сделало вам больно. Это может быть мужчина, родитель, мать, отец. Это может быть кто-то, кто вас по знанию или по незнанию обидел. Написано на карте compassion или сострадание. Кто-то хочет попросить прощения у вас. И это хорошо, потому что кто-то осознал свою ошибку, да? Это guardian angel. Вот и именно здесь предки посылают вам ангела-хранителя. Guardian — это тот, кто вас guard, это оберегает. Можно так перевести, как ангел-оберегатель. Берегиня, есть такое выражение берегиня, да? Ангел-оберегатель, ангел-хранитель, guardian angel переводится как ангел-хранитель. И он стоит всегда у вас за спиной. Это самый важный ангел. Даже если у вас есть несколько ангелов-хранителей, а бывает так, что их два или три. Иногда ангел выдается. Ну, во-первых, всегда есть один, который за спиной стоит. Он точная копия вас, но выше ростом. Точно так, как вот здесь на карте. И еще бывает, что Творец дает нам по левую руку одного и по правую, или по одной из этих. То есть у нас ангелов-хранителей всегда один, два или три. Бывает так, что когда человек рождается с неуверенной судьбой, то ангел, вернее, Творец, Господь дает еще и четвертого ангела. Это ангел, который идет впереди. Они описаны во всех писаниях: ангел впереди меня, ангел позади меня, ангел по левую руку и ангел по правую руку. Но вот как раз сейчас через этот расклад с вами говорит ангел сзади, который стоит. И это ангел-хранитель, который говорит: ничего не бойся, у тебя всегда есть защита. Этой весной и всю твою жизнь, и долгие-долгие годы вперед ты будешь под защитой ангела-хранителя. А значит, все, что будет с тобой происходить, это будет тебе на пользу. Это будет очень и очень хорошо. И ты будешь обязательно счастлива. Такой поэтический расклад, потому что, конечно, вышли духи рода. А когда духи рода выходят, они всю правду открывают. И вот на таком языке именно теми словами, которые я сказала. А еще бывает так, что вы можете услышать другие слова от карт. Это нормально, это естественно. Потому что карты с вами тоже разговаривают. Это язык просто. Это связь с тем, чего не видно. Вот. По этой причине иногда вам тоже могут приходить откровения во время моего расклада. Если у вас есть желание, и вы можете написать комментарий, поделитесь такими откровениями. Это всегда очень полезно, когда мы читаем друг о друге, и таким образом усиливается хорошая энергия. А также ставьте лайк, если вам не жалко, потому что этим вы выражаете эмоцию. Это тоже очень полезно для здоровья. Если кто не знает, я гомеопат и делаю все для вашего здоровья. Вот, мои дорогие, такой расклад. Я со своей стороны хочу сказать, что люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Всего самого-самого лучшего. Я знаю, что вы будете очень счастливы, что у вас будет все просто замечательно. Ну и вы тоже сами видите, потому что я карты всегда показываю крупным планом. Вот расклад, карты для вас мощно поработали. Надеюсь, что вы пришли ко мне в студию, здесь присели на это очень удобное кресло, оно огромное. 4 фута на 4 фута. Если кто не знает, что там, даже прилечь можно. А вот, и, конечно, весной будет счастье. Вот видите, у меня уже здесь почки есть на моих веточках весенних. У нас был сильный ветер недавно, и упала, вот, знаете, огромная ветка с дерева. Но, конечно, я не сорвала это живого дерева. Это была ветка такая огромная, как вот часть дерева. И я вот с этой ветки, которая уже упала, я вот набрала себе таких веточек, и они уже начинают вот напухать почки. Это вас благословляет, мои дорогие. Ну вот,
Так я здесь для вас работаю. Это моя студия, кто не знает. Я Лена, Ванкувер, Канада. Меня можно увидеть, я своего лица не скрываю, я белый маг. Я также вам показываю студию, в которую я вас приглашаю ежедневно. На мои расклады, чтобы вы получили помощь для себя, пользу, чтобы с пользой для себя побеседовали со своим высшим я, со своими ангелами. А сегодня, перед тем, как готовиться к раскладу, я раскрыла ноты Шумана и приготовилась. Это звуки рейки, я их играю. Вот видите, такая весенняя песня Шумана для вас была. Наверное, еще вот звуки этой песни отражаются в этом видео. Здесь вот такие, видите, террариумы делает мой сын из того стекла, которое, если люди меняют старые окна, и выбрасывают, реклейм. И даже вот о нем писали в газете. Но сейчас он уже этим не занимается, он занимался раньше, перед тем, как еще поступил в медицинский институт. У нас здесь в Канаде называется Medical School. Вот он этим занимался, у меня остались такие террариумы. Даже он тогда жил в другой провинции, и правительство провинции заметило его, пригласили его на получение награды. Я просто рассказываю немножко, может быть, потому что мы с вами дружим тоже, да? Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья и до скорого свидания. Пока-пока, мои дорогие медвежьи обнимашки.